Опять? Чё, куда она пропала? Тихо. Я не понимаю, вся крипта падает, что происходит? Так, а куда теперь, значит, вложиться, чтобы не прогореть и получить прибыль? Точно, Avalon Technology! Да, специалисты компании Avalon точно сделают так, чтобы я получил прибыль. Так, смотрите, мне тут уже накапало 46 тысяч рублей. Так, давайте приумножим нашу сумму. Давайте вложим 46 тысяч рублей на вклад 14 дней. Процентная ставка 1,3% в день. Так что будет такая некислая конфета. Давайте еще раз. 46 тысяч рублей. И будет чистая прибыль 9591 рубль, ребяточки. 9 тысяч просто за 14 дней капает. Просто потому что ты положил. Avalon — это надежная команда, которая вложит твои деньги в разные перспективные стартапы и поднимет твой капитал. Ты можешь стать инвестором. Просто переходи по ссылочке в описании, и они все сделают за тебя, и ты заработаешь легкие деньги. Ребята, всем привет! Сегодня мы будем вызывать Синку Пеппу. Вот у нас большой, так сказать, пространство для моих творческих потугов. То бишь, надо ее нарисовать и вызвать. Ритуал довольно-таки прост, и вы, конечно же, тоже можете это сделать. Но я вам не советую, вообще не надо вызывать никого, потому что может быть вообще какая-то непонятная дичь. Вы просто смотрите. Короче, ребяточки, первое, что нам нужно, это найти картинку этой пепки. Ты помнишь, как эта пепка выглядит? Ну, она такая свинка розовенькая, а маркер только зеленый. Маркер зеленый, ну, я думаю, она не бьется. У нее есть хрюдель, есть ножки, лапки. Хорошо, сейчас. Это, может, камеру включим еще? Давай, сейчас GoPro, ребяточки, включим, чтобы все было чики-пуки. Так, ребята, фотография у меня уже есть. Давайте приступать к ритуалу. Так, первое, это хрюндель. Кружочек, две дырочки. И лицо. Оп! Что? Отсвечивает так. Отсвечивать не видно сейчас. Не, ну, в теории, как бы, ее нарисовать не так прям тяжело. Да, легенький персонаж, но есть куча непонятных, так сказать, вещей с ней. Например? Что ты вообще знаешь про нее? Ну, я знаю, что это детский мультик, но не все так просто, потому что там какие-то есть и философские, и криповые подтексты, если разобраться во всех сериях, потому что я видел кучу обзоров, где разбирали серию по смысловой нагрузке и что она с собой несет. Там были какие-то взрослые темы, точно не для детей. И еще есть приколы, что сам создатель вот этого мультика был какой-то типа шизанутый чувак. Но они потом его убрали и наняли других аниматоров. Типа сама идея, какой-то чувак безумный придумал. Вообще, придумать такого персонажа, свинку вот эту вот. Семью свинсусов. Да, выглядело вот так. И они так странно себя ведут. Кстати, что ты знаешь вообще про удаленные вот эти вот файлы, эпизоды всякие? Ну, мне кажется, что когда-то, типа, были наброски этих серий, ну, так сказать, отменили вот эти дядьки, которые определяют, серия пойдет в продакшн или нет, потому что увидели, что там, типа, что-то жесткое в них. Но создатель, типа, короче, у них есть какие-то невыпущенные серии, которые цензура не пропустила, и это называются какие-то потерянные эпизоды. Возможно, там анимация не такая жесткая, как в оригинале, но это, типа, по зарисовкам вот тех идей, которые придумал автор. Ну, мне так кажется. Фиг его знает. Короче, ребят, смотрите, вот такая свинка Пеппа у нас вышла. Надеюсь, что-то видно. Может, опустить вот так вот. Видно что? Да, вот так видно. Так, ребяточки, вот она. Дальше, что нам нужно? Нам нужна свеча, чтобы, так сказать, оживить этот рисунок и чтобы свинка Пеппа пришла к нам дома. Блин, сегодня настолько жарко, что, мне кажется, свечку можно зажечь. Просто так? Да, подуть, и горячий воздух ее зажжет. Да, ребята, кстати, напишите в комментах, сколько сейчас у вас градусов тепла. Посмотрим, у кого жарче, всех, у кого банька-парилка, ребяточки, давайте, пишите. У нас сейчас где-то 30, сколько, 32? Да нет, я думаю, больше, на солнце вообще 45. 45, ребяточки! В ней может 35. Но это очень жарко, душно, вообще нереально находиться, ребяточки, я думаю. Если у кого-то есть помощнее, напишите в комментах. У кого-то прохладно, кто-то живет там, не знаю. Где сейчас прохладно вообще? Я бы не хотел, знаешь, чтобы было прохладно. Я хотел бы там, где море, бассейн, вот это вот просто лежать. Ну да, я тоже. Короче, теперь просто говорим, так сказать,
Свинка Пеппа, приди три раза, и по идее должен сработать легкий этот ритуал. Не надо говорить, или ты один можешь? Давай попробуй один, потом можем вдвоем, чисто, чтобы на 100% быть уверен, что мы сделали все возможное, чтобы она пришла. 3, 2, 1, сейчас я первый. Свинка Пеппа, приди. Свинка Пеппа, приди. Свинка Пеппа, приди. Давайте раз двое попробуем. 3, 2, 1. Свинка Пеппа, приди. Свинка Пеппа, приди. Свинка Пеппа, приди. Все, ребята, ритуал завершен, но это только начало, потому что сейчас мы будем ждать какой-то активности, возможно, реально какая-то свинка придет. Все, камера стоит, погнали, наверное, смотреть по камерам, или вначале просто походим, побродим, посмотрим. Надо проверить, давай дверь попробуем посмотреть, что там закрыто, не открыто. Как думаешь, как животные вообще? У тебя были какие-то такие случаи, что кот как-то странно себя вел? Вот коты любят смотреть куда-то, знаешь, вот они куда-то смотрят, как будто бы они видят кого-то. Ну да, вот я не понимаю. Возможно, у меня была теория, типа, что они смотрят на каких-то мух, всякое такое. Но, ребята, один раз было, ну даже не один раз, пару раз была такая фигня, что она прям пыталась лапкой кого-то тронуть. Я такой смотрюсь, там вообще никого нет. Мухи не может, потому что у меня сетка такая, смотрите. Тут муха никакая не пролетит, потому что тут специальная сетка, чтобы Эмили не ушла. Вот тут ничего не пролетит. Все запломбировано. И она реально что-то ищет такая, пытается лапкой это тронуть. Смотрит вот так, как будто она ходит. Я не знаю, что за фигня. Возможно, в таких случаях лучше ставить ультрафиолет какой-то, либо фотографировать это место, и что-то может произойти. Интересно, на датчике вот это не ультрафиолет, а тепловизор. То есть... По идее, призрак же он холодный, то есть это должна быть максимально какая-то холодная точка. Ну, по идее, да. Когда тепловизор используется. Ну, хотя, это такие, знаешь, легенды есть, что когда призрак проходит какой-то холод, возможно, на самом деле, он как будто, когда материализуется, он становится жарче, но ведет холодок, потому что идет движение. Хотя, возможно. Не знаю, как оно не происходит. Понятно. Да, это все пока неизведанная фигня. Потом, как думаешь, что ученые пока не исследуют это так, чтобы... По всем каналам это показывали, всякое такое, потому что испугаются, что люди не поймут этого и будут бояться, типа, или что. Возможно, они это все исследовали уже, и да, у них так, есть какая-то информация. Ну, в общий доступ они вообще не выпускают эти исследования, потому что что, боятся? Ну, знаешь, это просто доказательство того, что загробная жизнь есть, а все ученые, типа, а-ля такие скептики и... Типа ничего нет? Ну, это, знаешь, как репутация, что ли, признавание каких-то своих ошибок или чего-то еще. Непонятно. Ну, зачем да. И как, и зачем они это все скрывают, это загадка. Так, ребята, мы сейчас пойдем в ту комнату смотреть по камере, что здесь будет происходить. Надеемся, что ритуал сработает. Все, ребята, пошли с нами. Так, мы включили камеры, все, наблюдаем за этой свинкой Пеппы. Пока что просто рисуночек. Думаешь, она выйдет так с рисуночкой, превратится в свинку Пеппы? Да я хрен знает, чувак. То есть непонятно, а вдруг она придет в дверь, вдруг еще что-то. Ну, дверь закрыта, все закрыто. А ты шаришь вот эту свинку Пеппу, которая, типа, секретная какая-то серия непонятная? И там она такая стрёмная, ест своего ребенка, типа. Она, это типа... не свинка Пеппа, это мама свинки Пеппы. А, это мама свинки да, Пеппы. Она съела отца. Ну, то есть их отца, потом села Джорджа маленького и это. Да не, ну это ж свинка Пеппа должна... А фиг его... Что? А прикинь, вот ты нарисовал, сделали ритуал свинки Пеппы. Она придет не свинка Пеппа, а придет на вот эту свинку Пеппу маму вот типа эта огромная. Типа как будто, чтобы схавать ее? Да. А подожди, она нас сможет схавать? Я хрен знаю. А какого он размера, интересно? Ребята, короче, это точно будет мясо, потому что мы приманили какого-то монстра реально. Потому что она выглядит уже все, она уже не милая свиночка. А она, блин... Вот, ребята, сейчас мы фоточку вам покажем, чтобы вы понимали, о чем речь. Ребята, это просто монстр какой-то, который просто хавает все, что видит. А чем вот, ну, а ее как-то можно приручить? Отвлечь, не отвлечь. Вот она придет сюда, она начнет там искать сначала, мы это увидим. Потом же, по логике, она должна идти сюда. Ну, короче, скажем, мне, ты будешь приманкой. Да не, я не буду приманкой. Да не, ну это надо другое что-то найти. Чего вообще свиньи едят? Мясо. Подожди, они едят все, мне кажется, свиньи. А походу свиньи реально едят, они даже, я читал, своих сородичей кушают и людей. Я читал про какие-то безумные фермы, которым свиньям скармливали людей. Это так мафиози какие-то поступали в каких-то годах или какие-то непонятные, прикиньте. Там долго свиней типа не кормили, и они потом съедали вообще все с костями полностью. Все. Ребята, прикиньте, что там за свиньи? Они просто уже бешеные, выпустить куда-то, и все, они схавают все, что видят.
А ты, а прикинь, свиньи не кажутся какие-то безобидные, но они реально очень мощные существа. Вот если 10 свиней и тебя закинуть в вольер, ты все, ты труп. Ну, а кстати, они же быстрые еще. То есть это кажется, свинья такая лежит. Медленно лежит. А если это толстые свиньи, которые уже откормлены. А если голодная такая худая свинья, то мне кажется, это оно страшнее, чем собака. А ты видел когда-то быстрых свиней? Я, кстати, просто никогда не задумывался, они походу реально быстрые. Вот я знаю, я думал, что черепахи медленные. Есть медленно, а есть они такие быстрые, они такие медленные. И все. Нет, свиней прям быстрых не видел, видел кабанчиков быстрых. Именно таких диких, которые тут носятся. Ну да, но кабаны опасны вообще. Они даже сейчас вроде у нас в лесах водятся, да? Ну, я не думаю, прям какие-то. Близко возле Киева, а вот где-то там подальше, да и лисички, и кролики, и все, то есть живности хватает. Это мы просто в городе не видим этого, а так вообще-то есть, и его очень много. Да. Пока ни хрена не происходит, вообще ничего не видно. Блин, ну... Ритуал вообще довольно такой простой выглядит, вряд ли что-то может прям произойти, но фиг его знает. Может получиться всякое. О, чё лагает камера? Чё за фигня? О, опять? Чё, куда она пропала? Ты видел её? Она пришла, ребяточки, свинка Пеппа, бля, реально? Чувак, а вдруг она сюда пошла? Она выглядела как та, тот монстр. Это не свинка Пеппа. Она выглядела как мама свин. Воу! Что за скример нафиг? What the fuck? О, щит, ребята. Давай спрячемся, она... чувак. Слышишь, она хрюкает. Надо спрятаться. Все, чуваки, прячемся, прячемся. Прячемся, прячемся. Тихо. Чувак, ты? Скал, скал. Хрюкает, она сюда идёт. Закрывайся.